купание в октябрьскую ночь. Пожалуй, это ДТП в Вичугском районе может претендовать на самую загадочную аварию года. Автомобиль Нива угодил в пруд в ночь на воскресенье. По словам очевидцев, ближайшая дорога и дома от водоема минимум в 150 метрах. Сложно даже вообразить траекторию, по которой двигался автомобиль. Ранее сообщалось, что в машине находились трое. Выбрался только один пассажир. Сейчас в ГИБДД говорят об одном погибшем. Об остальных возможных участниках происшествия дорожной полиции умалчивают. Предполагаемые пострадавшие были до такой степени пьяны, что даже не смогли пояснить, сколько человек было в авто и кто выплыл. Прав на управление транспортным средством у них не было. Молодой человек 94-го года рождения, не имея права управления транспортным средством, совершил съезд, управляя автомобилем Нива, совершил съезд в пруд. В результате молодой человек скончался до приезда кареты медицинской скорой помощи.